Йоу, ребятки, с вами как всегда Момент, и я сейчас хочу вам представить Колекс.cc. Этот сайт прославился, точнее, можно сказать, что он не делался тем, что хайпанул и потом перестал выплачивать деньги. Тут некоторые люди подняли хорошие деньги и ушли, а некоторые вообще слили все. Наглядный пример вот. Это стал аккаунт пацана, который вложил сюда 300 рублей, поднял до 1300. И вот, вот его все вклады. Так, заходим в его выводы. Так, операция, так, вывод. И вот, операция, вывод в процессе. И всегда будет в обработке, так как сайт вообще не платит. Тут внизу, в правой стороне, в правой части этого сайта был сайт, назывался GivoSite. Это сайт типа консультант, то есть можно было общаться с администрацией. Сейчас администрации тоже нету. Так, зайдем теперь в отзывы. Так, вот, отзывы зайдем. И вот, помните, у нас в прошлом видео, на которое будет ссылка в описании, были отзывы. Сейчас их вообще нету. Пишет, типа, не найдена страница. Ну ладно, ребят, вы поняли, что не надо сюда вкладывать. Это сайт скам. Хайп-проект, который хайпанул и потом перестал выплачивать. Но для вас я открыл еще один способ для заработка. Вот, вот он. Quark. Это фриланс. Так, здесь можно выкладывать свои услуги. То есть пишите, не знаю, вы умеете хорошо фотошопить или еще что-то создавать, программы. Пишите сюда, выставляем объявление. И реально можно так поднять бабло денег. Или же купить что-то. Так, ссылка, конечно, будет в описании. Всем спасибо и всем пока.